Все, начинаем, ребят. Всем привет, друзья. Это мой друг Игорь Баранов. Всем привет, ребята. Занимаюсь единоборствами более 10 лет уже. Есть опыт на выступлении на профессиональном ринге, опыт в тренерской деятельности. И сейчас мы с Артуриком вам покажем. Мы покажем такие ситуации интересные, например, человека обычного и, например, гопника, да? Как человек может вырубить там гопника, что нужно делать в этих ситуациях и так далее. Поехали! Итак, друзья, сейчас мы попробуем визуализировать ситуацию. Я гопник с ножом, подхожу к человеку, и у которого хочу отжать, например, мобилку. Эй, слышь, парень, мобилка есть? Воу-воу-воу, есть. Быстрее, есть. Давай. Есть, спокойно. Ребят, в данной ситуации люди неопытные, не знающие, как работать с ножом. Советую просто отдать все, что есть, потому что жизнь дороже. Слышь, пацанчик, позвонить есть? Иди сюда! Ребят, лучшая ситуация, лучшая драка. Та, которую вы смогли избежать. Конечно, бывают ситуации, когда вы не можете избежать драки, и за вами стоит либо семья, либо любимая девушка, либо вы за кого-то заступились. Вот. И в таких ситуациях вам нужно постоять за себя и за семью. И сейчас мы вам покажем некоторые приемы, удары, которые помогут вам в данных ситуациях. Так, ребят, что самое эффективное может сделать обычный человек в ситуации с нападением гопника? Самое элементарное, что вы можете сделать, это, во-первых, нанести удар, который он не ожидает. Самый эффективный удар – это неожиданный удар. Вот. И в данном случае, что у нас может быть неожиданным? Руки у него опущены. Да? То есть, если я просто ударю ему в пах, он, скорее всего, закроет свои бубенчики, и я ему не попаду. Вот. Что мы сделаем для отвлечения внимания? Просто выкидываем руку в глаза. То есть, вот, мы выкинули руку, либо дотронулись до глаза, либо просто выкинули, как бы он уже тут же рефлекторно. Ну, как бы, что бы ты сделал в обычной ситуации? Вот тебе кидаю, да. Либо просто поднял руки для защиты, как бы, да, лица. Далее что? Наносим и резко бьем в пах. Вот, то есть, как бы, и дальше стараемся просто избежать ситуации. Уйти, убежать как-то. Не нужно продолжение, не нужно калечить, потому что это может обернуться вам только хуже. Как вырубить гопника с одного удара, чтобы дальше не мог вас преследовать? Самая такая у нас, наверное, ранимая часть будет, это челюсть, которую вы сможете достать. Опять же, нанести удар так, чтобы гопник не ожидал. И как мы это сделаем? Также накинем ручку ему на глаза, чтобы он не видел, да, то есть просто можно в глаза даже как бы дотронуться, накинуть и какой-нибудь колхозный с правой либо с левой ручки в челюсть. Пам! Я уверяю вас, этот удар, если его не вырубит, то очень сильно шокирует, потому что он не будет ожидать данного удара, челюсть будет расслаблена, когда челюсть в расслабленном состоянии. Наносится очень ощутимый урон. Итак, друзья, разыгрываем сценку. Гопник ловит человека в подъезде. Воу-воу, пацанчик, бабки есть? Есть. Воу-воу. Быстро. Сейчас, секундочку. Вот, сейчас, кубку залезу. Быстрей. Все. Что мы делаем? Имитируем, если замкнутое пространство, имитируем, что мы достаем что-то. Это может быть там деньги, что угодно, что требуется. Успокаиваем сначала психику данного персонажа. Делаем, что достаем, отсюда носим либо резкий удар в кадык, либо в переносицу. Отсюда далее можно в пах, там, с локтя, как угодно. Здорово, пацанчик. Бабки есть? Да есть. Давай сейчас. Быстрей. Держи. Извини. Он мне реально в глаз попал. Держи. Эй, пацанчик, бабки есть? Есть. На, держи. Итак, друзья, вот и подошло к концу наше видео с Игорем. Если вы хотите, чтобы мы снимали видео больше, то нам нужно набрать 1000 лайков, и мы выпустим следующее видео, снимем. А так, подписывайтесь на инстаграм Игорька, он будет в описании, также на мой и на канал, обязательно. И увидимся в следующем выпуске. Пока!